И в завершении выпуска традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чем расскажут своим читателям журналисты печатного издания. За полтора месяца уже четверо детей выпали из окон. И это лишь малая часть несчастных случаев, которые происходят с малышами и школьниками в летний сезон. Проблеме детского травматизма посвящена статья в свежем выпуске «Вечерки». В Лавозерском районе оленевод напал с ножом на медведя после того, как косолапый задрал олененка. Отважный мужчина выжил, но попал в больницу. Подробности этой истории расскажут корреспонденты «Вечернего Мурманска». Каждый месяц в Мурманской области около 40 человек заражаются ВИЧ-инфекцией. У нас есть даже целые районы, где впору объявлять эпидемию. Мурманчане научились делать деньги из воздуха. Таков заголовок статьи в свежем номере «Вечерки». Городская газета расскажет о жительнице областного центра, которая занимается аэродизайном и делает композиции из воздушных шаров.